Меня зовут Нуркулы Саидов. 7 лет сверху смотрю на пустыню. Она начинается сразу же за родным Чарджоу. И я уже привык к тому, что в кабине иной раз плюс 50. 2-3 рейса в день сделать надо. Вывести вахтовые бригады, оборудование, продукты, питьевую воду. Земляки избрали меня депутатом Верховного Совета СССР. Говорят, за хороший, честный труд. Почему именно меня? Не знаю. Честно, с энтузиазмом трудятся у нас многие. Может быть, потому что у нас дружная трудовая семья. И отца моего, Худайберды Саидова, хорошо здесь знаю. Боролся с басмачами, а в 30-е годы впервые увидел крылатую машину и стал работать в авиации. И мы все 4 сыновей пошли по его пути. Я самый младший. О наших Ан-2 говорят «малая авиация». Но сегодня самолет в пустыне привычнее верблюда. Черные пески в каракумах мы, пилоты, знаем, как линии на своих ладонях. Отступают они, все новые оазисы возникают. И в этом смысл нашей работы. Конечно, наш труд – малая частица. Но большие дела геологов, газовиков, чабанов, садоводов в пустыне без нас, авиаторов, невозможны.